Впереди у нас следующая миссия, которая называется «Наркоад», «Наркохелл». И здесь мы будем уже сводить счеты с Салемом, предателем, по сути, нашим. И дальше будем, собственно говоря, мстить. Отлично. Ну все, двигаемся вперед. Обновил я дробовик. Поставил мощный. Так, надо его поймать. Вот ублюдок, он уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда он свалил? Удивительно, что я его не прибил. Так, может, гранату туда кинуть? Как вы думаете, ребят? Я думаю, нормальный вариант. Не, ну с дробовиком, я думаю, нам будет не так уж и сложно его убить. Будем убивать его на оверкиле. Охренеть, он его еще поджигает. Разве это не здорово? Просто здесь у меня стоит не обычная обойма, а с повышенным уроном, собственно. Вы видали? Блин, здорово. Как это по-другому сказать? Это уже как магия какая-то начинается. А он удирает тем временем, Салем. Жалкий ублюдок. Да давайте, пожалуй, включим оверкил. И с оверкилом будет здесь гораздо нам веселей. Там есть кто-нибудь живой еще? Такой мощный выстрел с дробовика, вот вы посмотрите. Просто, я считаю, красота. Даже у Саги такого не было. Так, у нас остался еще один оверкил. Комбо-килл у нас тут пошли. Здесь просто действительно наркоад, судя по всему. Блин. Зачем же ты активировал золотой? Не вовремя совершенно. Мы, в принципе, всех перебили там. Вот так вот мы. Так. Давно я не использовал атаки ножом. Ах, ты ублюдок. Там вон прячется еще. Там несколько причем прячется, поэтому мы сделаем обмен гранатами. И быстренько сюда, и этому в шею воткнем. Это будет самый... Фланг атак. Вот так вот. Так, патроны у нас есть. Гранаты вроде есть. Самое главное. Я чувствую, финал близок очень, но до него еще надо дожить, как говорится. Мы идем против приказа. Так. Опять здесь эти желаемые для многих кустики висят. Как же многие любят их употреблять. Так, ну вроде все.
Сколько же здесь... Вау, вы видали? Сколько здесь пролетело. Твою ж мать, ну... как же мне не везет. Я пойду по правому флангу. Почему бы и нет, да? Активируем оверкил, только я единственное, я не вижу врагов вообще, где кто, где они, просто стреляю по сторонам. Они где-то за укрытием прячутся. А, может, в той стороне. Смотрите, он в огне. Ему даже не больно. Что-то прям здесь все полыхнуло разом. Каша золотой побежал. У нас будут галлюцинации, как в Far Cry. Надо... Опа. Он про них говорит. Кто это, смертники, ну, которые на нас бросаются, собственно говоря. Dead Wish. Что это за хрень была такая? Так, прячемся. Гранату, да? Здорово. Fire in the hole. Так вот было бы правильнее. Затыкал у него ножом просто. Я говорю, здесь у нас просто боевые действия. Да, меня стена спасла. В том углу сидит. Гаденыш. Неужели я его убил? Так, снова у нас обновились задачи. Продолжайте, новый ачивмент у нас. Прямо они сыпятся здесь рекой. Считаю, что в каждой главе мы их получаем. 15 уровень у нас. Уже из 25. Как же без гранат нам? Гаденыш убегает. Я уже забыл, что такое пистолет-пулемет. Собственно говоря. Никого здесь больше нет. Ну и отлично. Ай... Совершенно не вовремя я выбрал место для перезарядки, в принципе, за что и поплатился, да? Там кто-нибудь есть у нас? Давайте так вот. А, это Сарем. Мы его взгляд, конечно, не убьем. Но... Как много гранат. Как это хорошо на самом-то деле. Ладно, врублю я оверкил. Так уж быть. То их здесь вроде бы даже и не было, правильно? Напарник еще тоже врубил его.
такой момент не самый удачный, надо отметить. Ну ничего, сейчас у нас наберется. Мне бы хотелось бы к моменту, где мы будем драться, ну, убивать Салема, чтобы он накопился как можно поболее. А их не так уж и много у нас, этих палочек. Не, потихоньку. Они, конечно же, набираются. Но... не так, как хотелось. Взорвали мы проход. Фу, да. Hold your fire. No telling what's in these barrels. I bet it's baking soda. One straight bullet in this whole place. Second grade science project. Так вот, аккуратненько мы его сняли. Здесь напарник нам сказал, что ни в коем случае не стреляйте по бочкам, иначе... Биг-баля-бум! В проходе мы их убивать, чтобы не допустить взрыва. То я и так играю не очень хорошо. Но у нас вроде бы пока что все получается. А, здесь надо ее сдвигать. Секретный проход. Только... а он пролез? А, вот, и я пролез. Отлично. Я думал, сейчас опять бы... я бы застрял, как это может здесь быть вполне легко. Поэтому было бы неприятно. Но вроде все здорово. 4000. Так, все. Идем далее. Пум-пум-пум-пум-пум. Ну. А, будем сейчас этим мясником биться, да? Невменяемым типом. Писька. А тут его целая команда. Поможем напарнику. Давай, братюня, поднимай меня. Он еще и стреляет. Ах, он урод, блин. Да, к нему надо осторожно относиться. Я даже не знаю, как его процесс убийства здесь будет происходить, но, собственно говоря, здесь даже нельзя заблочить. Все, он рычит, как зверь. Так, сразу ему туда кинем. Фух, неужели я его убил? Чуть там вообще должно было остаться? Если я столько выстрелов сделал. Риос хочет Салема жив. Миссия — идти и взять его. Я пришел из Риоса? Да, но мы согласились на живую часть. Так, что с Салемом-то будем делать? Или он нам на самый конец оставлен разработчиками? Batista got a compound right here outside of town. Now that's where we think he's going, and 9 times out of 10, Salem's gonna be right there with him. Of course. Chuviha. Don't listen to me. You ought to be used to that by now. So what are you thinking? They do have a palace outside of town. No way in hell that's where they're going. Man, they got a whole damn compound. There's no place else more defensible now. Come on. Yeah, and they want us to go there so we can fight those defenses, but they won't be there because they're not idiots.
There's an abandoned mining town not far away. It's a training facility, but they store stuff in the mines. They'll go there to lay low, guaranteed. Ну, нас она переговаривает идти там в основное место, куда они собирались идти. Он сказал, что там навряд ли он будет, а будет где-нибудь в другом месте. Ну, собственно говоря, скрываться. So what's the next step, then? We go to the ghost town, see what we're up against. Идем в город призрак, Ghost Town. What's the last thing we did that was easy? Let's go. Все, сейчас поедем. У нас 5 наемников. Будем всем надирать зад. Наркотики для неудачников. Новый ачивмент. Так, продолжаем. Всего 16 минут идет у нас запись. Поэтому еще как минимум половина впереди. Какой-то шахтерский городок Ghost Town. This is the place. Might not look like much, but I guarantee Bautista's here. There's a quarry not too far off. Ну да, тихий городок, где он скрывается. Видите, какое захолустье. Нас здесь никто искать не будет. Если что случится. Все. Это война. Крепость его. Ни хрена себе, как... Я не знаю, этот броневичок, но попадание РПГ, он, по идее... Ну, не так его должно было разворотить. Ну, вот куда он побежал? Так нелепо слиться. Так, я думал, мы хоть в ворота въедем, а здесь надо еще нам до ворот-то дойти. Так, давайте постараемся обойти их с фланка. Отлично. Так, гранату пускай кидает. О-хо-хо, ёпарасоте, тут наемников-то... Можно смелым образом просто включать оверкил и уже идти с оверкилом. Так, откуда там бомбят? Самая настоящая война. Блин, здесь бы какой-нибудь, не знаю, гранатометы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не слиться, не слиться. Артем, не сливаемся. Просто надо стрелять по ним. И в один прекрасный момент они просто взорвутся, да? Давайте включать. Блин, ну что ж такое? Сколько будет продолжаться эта долбежка? Отлично. Одну мы ликвидировали, собственно говоря. Теперь на счету у нас вторая, видите? Как мы все рушим. Вот и все. Основные огневые точки мы уничтожили.
какой там лес? Вроде шли, никого даже и близко не было, правильно? Тишина. И тишина. Ну да, давайте ломать дверь нахрен. Или мы так войдем? Мы даже не будем, наверное, ломать. Правильно? А, нет. Конечно, кто же будет закрывать ее? Кому это надо? Опа. Че, пристрелили этого негра? Там, Би-Йоу, как это его там зовут? Вот так вот. Такой у нас здесь драматизм. Я подозреваю, мы сейчас разделимся. Правильно? Раз одного выкинуло на улицу, а один там вроде остался. Надо бежать. Быстрее спасать его. Видите, он кровью там истекает. Надо его вытаскивать. Правильно? Как мы без напарника-то будем? Мне главное здесь не облажаться, как я это обычно делаю. Патронов нет, ни хрена. Но своего парня мы спасем всегда. Тем более, сколько раз он мне сам помогал. Да, боеприпасов чертовски мало. О, нет, здесь запрыгнуть нельзя, конечно же. Так, я вообще не в ту сторону пушку свою направил. Я думаю, можно использовать оверкилл. Никого нет здесь, да? Так, прекратим на мгновение. Не, подкидывают мне с крыши там или откуда. Ну-ка, отведай этой замечательной пушечки. Еще и фланг дали. По-моему, здорово. Так, ну куда мы с напарником пойдем-то? Надо искать Фиону. Может быть, даже она уже и мертва. Так, надо боеприпасы подсобрать, потому что у нас их чертовски мало, на самом-то деле. Здесь нельзя запрыгнуть, к сожалению. Так, по мелочи собираем остатки былой роскоши. Ладно. Были бы тут хотя бы какие-нибудь ящики с оружием, которые помогали бы нам восстановить полностью боекомплект, но... А, все, мы здесь его и получим. Даже не стоило переживать насчет этого. Вот все. Все у нас здорово. Так, здесь все закрыто, нам... Если ломать, то только дверь. Давайте я возьму дробовик. Бум. А чё выстрела не было? И вообще, алё, чё происходит? Отлично.
чистая зачистка у нас. Я думаю, надо включать просто оверкил и особо здесь не заморачиваться над всем вот этим вот. Так, надо валить. Сейчас я его порежу, этого бородача. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой, пулемет на вертолетах нас. Твою ж мать, а кто меня через... Ну давай. Да ну нахер. Поднимай меня, тут граната. Прячемся. Сейчас будем сбивать этот поганый вертолет. Сейчас золотой. Да, не думай тут погибать. А у него снайперская винтовка, я тебе это не разрешаю. Так, буквально нам еще немного, и у нас... Да, вот он. Сейчас будем мы взрывать эту вот птичку поганую. А, немного осталось. Или она все, она сваливает. Да. Похоже, мы ее... Видите, какие они бронированные здесь уже. Личная гвардия. Подошел поближе, чуть не получил по пачке. Оу, е. Хочу поближе. Все, хана ему. Взорвали мы эту хрень летающую, хренолет. Колокол свалился. Хорошо, хоть не на нас. Почему звука нет такого? Пошли. What do you want? Simple. Take your weapons and go. Refuse and... She's such a beautiful Buddha. I don't know if I could control myself. Sleep with your eyes open, motherfucker! The plan is we get Fiona back. Так, ну, напарник, где же ты? Мы идем спасать Фиону, потому что... Ох ты ж, блин! Так, на нервах я кинул гранат туда. Похоже, у нас будет ближний бой. Сюрпризик мы ему. Ох ты ж. Ну все, хана тебя, бородач. А мне напарник помог. Мы какими-то левыми путями тут прошли. Ой. Совершенно не это хотел сделать. Хотел перелезть через окошко, но здесь все так тупо устроено, что
нельзя перелезть через окошко, пока вот не убьешь там чувака с РПГ. Он еще там? Давайте. Смотрите, какие они бронированные. Довольно-таки тяжело с ними биться. Тем более здесь повсюду. Отлично. Кучу сюрпризов мы им устроили. Вот так вот с ними поступим. Ой-ой-ой. Гранат-то у нас нет. Ну, только вот, наверное, к концу игры я так более-менее привык к этим укрытиям, ко всему такому. Куда ты ползешь? Вот так вот. Мы с тобой поступим. Этот толстячок. Отлично, убили, да, моего? Бронированный мужик. Вот он. Кучу бабла мы подняли на этой миссии. И у нас уже 16 уровень. Так, давайте-ка зайдем в оружейную. Как раз до 35 минут добьем запись. И сделаем небольшой апгрейд оружия. Я думаю, поставим сейчас винтовку мы. А, там и должен быть и пистолет-пулемет новый, в том числе. Так, weapons loadouts. Ах, нет, он на 18-м открывается. Давайте штурмовуху поставим. Вот эту посмотрим, сейчас качнем ее. Урон поставим в первую очередь. По прицелу поставим хало. Хало. Дистанцию поболее. Блин, ну тут такие, конечно, кустомизация такая вообще слабенькая. Weapons поставим. Нам нужна матовая черная пушка. Ладно, сейчас заодно и посмотрим, какова она в бою. Так, М1 нам не надо. Из шотганов у нас все чики-пуки. Так, все. Пошли.